Всем привет! Продолжаем вязать львенка. Это уже вторая часть. В первой части мы связали вот такое туловище. Связали отдельно ручки-ножки и ввязали это все в туловище. Теперь продолжим вязание головы. Также, не обрывая ниточки, мы продолжаем вязать с туловища. Будем вывязывать голову. На туловище у нас с вами получилось 19 рядов. Да, 19. Теперь 20 ряд. Мы вяжем прибавку в каждую петлю. У нас оставалось 18 столбиков. Теперь в каждую петлю прибавку. В конце ряда должно получиться 36 столбиков без накида. Получается, вяжем один столбик. И второй столбик в это же основание. В следующую петлю также один столбик. И второй столбик в это же основание. И так вяжем до конца ряда. Довязали 20 ряд. Дальше 21 по 27 ряд вяжем просто столбики без накида. Это у нас получится 7 рядов по 36 столбиков. Каждую петелечку. Первый, второй. И обязательно просчитайте петельки, чтобы не пропустить в конце ряда, чтобы получилось 36. Так, вяжем 7 рядов. Следующий 28 ряд. Мы будем вязать 4 столбика без накида, убавка. И повторять это 6 раз. Вяжем один столбик. Второй столбик без накида, третий, четвертый, делаем убавку, и так вяжем еще 5 раз до конца ряда. 29 и 30 ряд вяжем столбики без накида по 30 столбиков в каждом ряду. Получается, вяжем 2 ряда. Довязали 30 рядов и теперь полностью набиваем наше туловище и голову. Особое внимание уделяйте шее, чтобы она потом, после недлительного использования, не начала болтаться. Голову я пока наполняю не сильно, потому что потом лично мне неудобно вязать, когда наполнитель так и норовит выскочить. Набьем, пока наполним вот так. И теперь давайте поставим безопасные глазки. В первом львенке, вот в этом, я использовала глазки размером 9 миллиметров. А в этом, во втором, буду использовать или 11, или 12. Здесь, наверное, даже 12. Ну, потому что нет у меня таких, придется использовать такие. Заодно посмотрим, как он будет смотреться с такими глазами. Так, находим ряд с прибавками, которые мы с вами начинали вязать на голове. Это был 20 ряд. Так, вот он. 21, 22, 23, 24, 25. И между 25 и 26 приблизительно на середине. Вот, сейчас мы отрегулируем, куда именно будем ставить. Ставим глазки. Расстояние между глазками будет 5 столбиков без накида. Так, 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. Теперь смотрим, ровненько ли у нас находятся глаза. Мне кажется, ровно. Посередке. Еще можно вот так вот проверить, так тоже хорошо видно. Так, ну вроде бы ровненько. Теперь сейчас я расскажу, в каком столбике я их ставила. Вот здесь у нас идет последний столбик ряда нашего, вот этот. От него, от последнего отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 столбиков. Потом ставим
один глаз, отсчитываем 5 столбиков и ставим второй глаз. Все, глазки закрепляем и будем вязать дальше. Вяжем 31 ряд, 3 столбика без накида, убавка, повторяем так 6 раз. Первый столбик, второй столбик, третий, делаем убавку. Есть разные мнения по поводу убавок на плюшевой пряже. И я слышала то, что когда делаешь вот такую убавку за передние петельки, когда уже закрываешь вязание, они потом вытягиваются со временем и смотрятся не очень симпатично. Но я лично это не проверяла, поэтому пока вяжу так же. Надо будет как-нибудь заняться этим вопросом и сверить, попробовать, отличаются ли эти убавки уже на закрытой голове, видна ли разница. Потому что, если честно, иногда вот такие делать не очень удобно за переднюю петельку. Гораздо быстрее за обе. Вяжем до конца ряда. Следующий, 32 ряд. Вяжем 2 столбика без накида, убавка. И тоже 6 раз до конца ряда. Первый столбик, второй. Делаем убавку. И так далее. Осталось у нас связать всего 2 ряда. Я сейчас провяжу еще один, и только после этого буду уже окончательно набивать голову. Мне того отверстия, что останется, будет достаточно. Следующий мы вяжем 33 ряд. Один столбик без накида, убавка. 6 раз до конца ряда. Первый столбик, убавочку. Второй столбик, вяжем убавочку. И так далее. Я наполнила голову. Посмотрите, какая у нас смешная получается игрушка пока что. Я хотела вторую вольвенка делать, показать вам просто, как делать гриву и связать, чтобы у меня была парочка львенок, львица. Но что-то она получается довольно-таки смешная, поэтому буду полностью гриву вязать вместе с вами на вторую игрушку. Так, делаем, вяжем последний ряд. 6 убавочек. Первая. Немножко неудобно вот как раз таки таким способом за передние петли закрывать уже последние оставшиеся. Вторая. Третья. Так, сейчас я провяжу четвертую убавочку и добавлю еще наполнителя. Пока у меня еще остается маленькое отверстие. Так, 4 убавочки провязали. И добавляем еще немножко наполнителя, чтобы вот здесь она не была пустоватая голова. Я это делаю ножницами. Вот как-то так. Сейчас еще немножечко. И уже можно смело закрывать вязание. Так, все, довязываем оставшиеся 2 убавочки. Все, довязали до конца. Теперь ниточку обрезаем. Сейчас будем ею стягивать оставшееся отверстие и прятать. Кстати, вот я рассказывала про то, что у меня с 2 мотков получается 2 игрушки. На первую ушло 49 грамм. И вот все, что осталось пока что от второй. Как раз этого хватит для того, чтобы связать ушки. Так, петельку вытягиваем. И теперь вводим крючок под оставшиеся петли, захватываем ниточку и вытягиваем. Снова вводим крючок под оставшиеся петли и вытягиваем. Кстати, можете попробовать точно такой же способ, только наоборот вытягивать вот отсюда. Заводить крючок изнутри и вытягивать ниточку снаружи.
тоже способ имеет место быть, и многие им пользуются. Ну, мне почему-то привычнее делать наоборот. Тоже не проверяла лично, какой результат получается. По-другому надо будет попробовать как-нибудь закрыть так. Но здесь на львенке что хорошо? Здесь не видно будет наше закрытие. Оно просто все будет под гривой. А так мы будем с вами вязать мишку, тоже плюшево. И вот там попробуем уже и убавочки немножко другие сделать, и закрыть петельки немножко по-другому. Так, теперь я делаю узелочек. Нет, не получится уже ниточка. Все растрепалось. Значит, можно теперь эти ниточки просто спрятать в голову. И они уже никуда не денутся. Там у нас крепко сидит. Основная деталь наша готова. Теперь будем вязать ушки. Очень надеюсь, что... Ну нет, конечно, хватит. Так. Кольцо амигуруми. Мы набираем 6 столбиков без накида. Первый. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Стягиваем колечком. Теперь второй ряд вяжем 6 прибавок, то есть в каждую петельку предыдущего ряда вяжем по 2 столбика без накида. Первый столбик, второй столбик провязали одну прибавку, вяжем вторую прибавку, третью, четвертую, пятую и шестую. Далее третий и четвертый ряд вяжем по 12 столбиков без накида, в каждую петлю по одному столбику, так два ряда, так 3, 4, так до конца ряда 12, еще один ряд. Вяжем пятый ряд, он же последний, складываем нашу деталюшку пополам и за обе стеночки, получается, захватываем и первую, и второй ряд сложенной детали и провязываем столбики без накида. Итого должно получиться 6 столбиков. Так, провязали второй, третий, четвертый, пятый, последнюю оставшуюся петельку провязываем шестой. Хотя у кого получается 5 столбиков, тоже не критично, можно оставить также 5. Они все равно у нас будут пришиваться, не ввязываться. Теперь эту оставшуюся ниточку я прячу вовнутрь нашего ушка, потому что пришивать я его буду ниточкой такого же цвета в тон основной пряжи. Поэтому мне она не понадобится, я ее сразу прячу. Второе ушко вяжем аналогичным способом. Вот это все, что осталось у меня от 100-граммового мотка. Хватило аж на 2 игрушки. Я вяжу крючком 4 мм и вяжу довольно-таки туго.
Поэтому если вы вяжете крючком большего размера и слабее намного, то, скорее всего, вам уже не хватит одного моточка. Ну, это у меня даже чуть-чуть осталось. Так, давайте теперь свяжем мордочку. Это последняя деталь, которую нужно связать. Набираем 4 воздушных петли. Первая, вторая, третья, четвертая. Теперь со второй петли от крючка вяжем 2 столбика без накида в каждую петельку. То есть в одну петельку провязали 1 столбик, во вторую второй столбик. И в оставшуюся провязываем 3 столбика без накида. Один, два и третий столбик. По второй стороне вяжем 1 столбик без накида. Ниточку я эту сразу ввязываю. И в оставшийся провязываем прибавку. 1, 2 столбика в одно основание. Это был наш первый ряд. Второй ряд вяжем прибавку. Один столбик без накида. В следующей петле мы вяжем 3 прибавки подряд. То есть в одну петлю 2 столбика с одним основанием. Во вторую петлю 2 столбика. И в третью петлю 2 столбика. Вяжем 1 столбик без накида в следующую петлю. И в оставшиеся 2 петельки вяжем 2 прибавки. Первую мы вяжем 2 столбика и во вторую петельку 2 столбика без накида. Провязали второй ряд. Третий ряд вяжем 1 столбик без накида, прибавка. Первый. Прибавка. Дальше вяжем 1 столбик без накида. Теперь в следующие петли вяжем 1 столбик без накида, прибавка 3 раза. Первый столбик, прибавка, второй столбик, следующая прибавка, третий столбик и в следующую петлю прибавка. Провязали, дальше 1 столбик без накида. И в оставшиеся петли мы вяжем 1 столбик без накида, прибавка 2 раза. Первый провязали, прибавку, второй столбик и прибавка. Готов наш третий ряд. Четвертый ряд мы вяжем столбики без накида в каждую петельку. Первый, второй, третий, четвертый и так до конца ряда. У меня получилось 20 столбиков без накида. Ниточку закрепляем и обрезаем. Я ее оставляю совсем коротенькой, потому что пришивать буду более тоненькой ниточкой полухлопковой. Мы ее потом вовнутрь спрячем. Все детали готовы. Мы еще сделаем утяжечку мордочки. Теперь займемся пришиванием. Начинаем оформлять мордочку. Каждой своей игрушечки я делаю небольшую утяжку глаз для того, чтобы посадить их немного поглубже. На мой взгляд, так они выглядят симпатичнее. На место, где будет у нас располагаться мордочка, я ввожу иголочку и вывожу ее под первым глазом снизу. Здесь оставляю небольшую ниточку, чтобы потом можно было завязать. И ввожу иголочку с этой стороны глаза первого нашего. Возвращаюсь на первую точку, в которую мы вводили иголку. Теперь отступаю одну петельку и вывожу под вторым глазом ниточку. И также ввожу обратно с другой стороны этого же глаза.
и возвращаю иголочку на место, где будет располагаться мордочка. Теперь подтягиваю ниточки и затягиваю, завязываю их между собой, чтобы они стянулись. Вот так вот глазки чуть-чуть уже ушли вглубь. Теперь можно пришивать мордочку. Это не обязательно делать, как бы можно и так оставить. Но вот мне нравится, как они садятся после утяжки. Вот эту Леночка точно так же. Так, теперь пришиваем мордочку. Для этого размечаем, где она у нас будет располагаться. Получается, здесь будет пришиваться прямо на под глазом. И вот здесь на шее, где у нас рядочек с прибавками, будет пришиваться вот здесь, где начинаются прибавки. Я приколола мордочку булавками и смотрю, чтобы везде было все равномерно. Теперь уже можно пришивать. Я захватываю один столбик на голове и одну петельку от мордочки. И так поочередно следующую петельку на голове и петельку на мордочке. Когда останется небольшое расстояние для того, чтобы небольшое место, набиваем мордочку наполнителем, чтобы она была вот такая вот объемненькая, вот показать, как набита. И уже потом дошиваем до конца, после того, как набьем. Я пришила мордочку. Все-таки смотрите, какое значение имеет размер глаз. Черный маленький, по-моему, смотрится намного аккуратнее. Так, сейчас будем вышивать носик. Для этого ниточка у меня кофейного цвета такого, или цвета какао, кофе с молоком. Оставляю, ввожу иголочку подальше немножечко и оставлю кончик нити, чтобы потом их вместе связать и было мне удобнее прятать. Вот я его оставляю в начале. Так, теперь вышиваем носик. Он у меня находится на расстоянии одного рядочка. Вот, так что я нахожу серединку и вышиваю так носик. Даже можно не серединку, а примерно разметить, какие размеры у носика будут. Вот я начну, получается, с краю. И буду вышивать стежками. Пока ровненько, а краешки потом я закруглю. Не самый быстрый процесс, конечно, вышивания носика. Стежочек за стежочком. У меня это всегда занимает очень много времени, потому что если у меня не получается сразу хороший результат, я его потом просто распарываю и перешиваю заново. Вот как сейчас, что-то у меня не очень красиво получается, не совсем аккуратно. Ну,
Сейчас попробуем доделать до конца, а потом уже посмотрим, что из этого получится. Вот вроде что-то уже вырисовывается. Вообще, я считаю, что лучше распустить или отрезать и переделать заново, если что-то у вас не устраивает, чем потом смотреть и понимать, что здесь можно было бы сделать по-другому. Поэтому мне никогда не жалко переделать. Кстати, если вы вяжете первый раз по моему видео, обязательно заходите на канал, посмотрите, там есть еще не совсем много, но парочку интересных мастер-классов найти можно, особенно на плюшевых игрушек. Все, сейчас довышиваю носик и покажу, что получилось. Вот такой у меня получился носик. Теперь выводим ниточку на серединке. Так, можно даже вот так вот, наверное, сделать. На серединку будем вышивать полосочку. Так, опускаем. Получается 1, 2, 3 на 3 рядочка вниз. И выводим сразу где-нибудь вот здесь вот, чуть подальше от носика. Чуть-чуть подтягиваем. Наша мордочка уже сформировалась. Носик, скорее всего, переделаю, как-то не очень мне он нравится. Теперь здесь я, как знаете, швейные нитки, когда штопают и потом узелки завязывают, вот так же буду сейчас делать здесь узелочки. Получается, вывожу чуть-чуть совсем отступая, вывожу ниточку и завязываю узелочек. Все, теперь вывожу чуть с серединки подальше. Здесь также цепляю совсем немножечко, отвожу в сторону иголочку, захватываю небольшую. Так. Также буду делать узелочек. Так, теперь опять возвращаюсь и вот снизу еще один третий узелочек будет. Всего три с одной и со второй стороны. Это тоже уже на ваше усмотрение, кому хочется так, кому не хочется, кто как видит. Так, все, и теперь перехожу на вторую сторону. И точно так же прошиваю с этой стороны три штучки. Так, я доделала три точечки, усики, и вывела иголочку в это же отверстие, в котором оставляли первую ниточку. Теперь я их завязываю между собой. Обязательно надо, чтобы попала туда же, откуда и начинается первая ниточка. Завязали узелочки, обрезаем и крючком прячу в голову наши кончики нити. Все, их нет, ну не видно, все аккуратненько и симпатично. Почему-то мордочки игрушек, которых я оформляю на камеру, очень сильно отличаются от тех, что оформляю просто в обычные дни. Прям не такие симпатичные, но, наверное, это сказывается мое волнение. Теперь давайте сделаем глазки, вышьем белки белым цветом. Я использую пряжу Yarnart Jeans. Всегда оформляю этими ниточками, если вяжу из плюшевой. Точно так же я ввожу иголочку чуть подальше, оставляя ниточку свободной. Теперь выводим сверху глаза нашу иголочку. И как бы обнимая глазик, опускаемся вот сюда вниз. И выводим с этой стороны снизу глазика, со второго уже.
Вот теперь смотрим, чтобы ниточка осталась вот здесь. Все, затягиваем. Так, их не особо видно, но они все равно придают игрушке аккуратность. И точно так же второй раз делаем, чтобы ниточка уже никуда не спряталась, не убежала, оставалась на месте. И сразу же отсюда сверху уже выводим иголку в первоначальную точку, в которой оставляли кончик нити. Все, также ниточки завязываем и прячем в туловище. Так, теперь давайте вышьем реснички. Я использую пряжу хлопковую в две ниточки. Это Vita Coco у меня. Она мне всегда служит для вышивания. Бровки я решила не делать, потому что их все равно не видно под гривой. А вот реснички можно. Так, двумя стежками реснички готовы. Но они придают немного грустноты взгляду, печали. Поэтому тоже уже на ваше усмотрение, делать их или не делать. Также ниточку завязываем и прячем в голову. Так, вот что у нас получается. Ушко я уже одно пришила. Сейчас пришьем вместе с вами второе. Для начала располагаете их и смотрите, устраивает ли вас вот такое расположение. Если устраивает, то уже потом пришиваем. Так, смотрите, вот здесь у меня 1-2 рядочка отступает сверху и 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядочков располагается. Ушко заканчивается, оно как раз там, где на уровне с глазом. И также с этой стороны смотрим, чтобы было так же. Ниточку сначала выложу чуть подальше, оставляю там хвостик, чтобы потом завязать и спрятать. И пришиваю ушко. Я пришиваю его сначала за передние полупетельку, получается, захватываю один ряд столбиков на голове. Так я делаю только с ушками. И первую полупетельку, которая к нам ближе. И так поднимаюсь выше. Снова за полупетельку. Потом дохожу до конца ряда ушка. И разворачиваюсь, и по второй стороне точно так же за полупетельки уже пришиваю вторую сторону. Получается, развернулись. И вот сзади также цепляю сначала одну полупетельку, потом следующую, так по очереди. Все, наш львеночек готов, осталась только грива и хвостик нам сделать. И скорее всего, чтобы было более подробно, как делать вытянутые петли, как полностью провязывать эту гриву, я выпущу отдельно мастер-класс, уже будет как третья часть.
Так что как только он появится, ссылочку на него я оставлю под этим видео. Так, выводим также ниточку изначально, куда оставляли хвостик. И уже прячем. Все, не видно наших узелков, ниточек. Вот такой вот львеночек получился. Хотя даже зайдет за тигренка, за львицу. Вот у нас лев все-таки и львица. Вот так что крепление гривы я оставлю в другой части, в третьей. Всем большое спасибо за просмотр. Очень рада, если вы вяжете вместе со мной, отмечайте свои работы. Я их с удовольствием всех посмотрю. Ссылку на свой инстаграм я оставлю также в инфобоксе под этим видео. Всем спасибо и до новых встреч!